Привет, друзья. Все проще, чем вы думаете, чем я думал. Потому что это так просто, что в голову не приходит. Ну, как говорится, все гениально просто. Свобода – это способность на пике напряжения находить расслабление. Это соединить, сделать новые связи в нейросети мозга между фактом напряженности и фактом расслабленности. Но это у нас в ключе есть. Помните, там есть такое упражнение, называется «вис назад». Например, ты делаешь прогиб назад и в этот момент снимаешь напряжение. То есть соединяешь напряжение и даешь себе дополнительный запас прочности на все случаи жизни. Потому что на самом деле классически это делается так, о чем написано в книжке «Укрощение стресса». Ты напрягаешься, а на пике напряжения вспоминаешь все, что связано с безмятежностью. Соединяешь, создаешь новые связи. Когда ты несколько раз так делаешь в разных упражнениях, связанных с напряжением механическим, физическим, а психически в этот момент создаешь расслабление. У тебя формируется новый паттерн. И потом, когда у тебя возникает напряжение, а вот этом эти связи помогают. Получается, как якорение. Ну, как все просто, да? Так просто, что поэтому и в голову не приходит. Ну, а это второй прием. Первый прием же я в прошлый раз показал. Это вы ищете любое действие, любое движение, которые раньше никогда в жизни не делали. И этим самым развиваете креатив. В самом поиске, в самом процессе поиска вот этого действия, непривычного для вас, вы развиваете поисковую творческую способность мозга, которая помогает вам потом решать любые задачи гораздо проще и эффективнее. А когда находите это действие необычное, у вас возникает момент такой внутренней радости, такой внутренней безмятежности, да, что иногда некоторые люди, если они не доспали, я говорю, они засыпают. Но делается это упражнение одну минуту. А если были какие-то негативные эмоции, напряжения, давно которые не снимались, там происходит разгрузка. Там человек вдруг начинает плакать ни с того ни с сего. А другой человек в этот момент такой чувствует баланс, такую легкость. Ну да, вот теперь, а сегодня я показал второй прием. Вы берете, делаете какое-нибудь напряжение, например, крест, напрягаетесь изо всех сил и вспоминаете самые лучшие моменты жизни, такие безмятежные, такие хорошие, как вы на пляже лежите на солнышке, да? Вот. Или еще что-нибудь. Соединяйте напряжение с безмятежностью. Таким образом получается, что пик напряжения, а на пике напряжения безмятежность. Это и есть ионение. Ну, по-разному можно это объяснять, но я говорю сейчас о технологии. Одну минуту делайте. Одну минуту делайте. Хотите 1-2 раза в день во время физкультуры. Помните, там инстинктивные действия «бей», «беги», «оцепеней». Так вот это сейчас будет как раз такие упражнения для оцепенения. Инстинктивно вы оцепеневаете, иногда от страха, иногда от чего-то. Это состояние торможения клеток мозга по Павлову. А здесь вы это моделируете, все приемы ключа. А сейчас я вам показал элемент ключ-2. Все приемы ключа основаны на осознанном моделировании инстинктивных действий человека, освобождающих его от страха, комплексов и стереотипов, и дающие выход на творческое состояние. Вот так. Просто, правда? Попробуйте. Этого нигде нет. А у вас есть. Давайте.